Как поменялись тарифы ЖКХ и каких изменений ждать в квитанциях за июль? Почему в подвале многоквартирного дома держится удушающий запах и как его устранить? По каким причинам в квартирах отсутствует нормальный напор воды и кто должен решать эту проблему? Как добиться регулярной и качественной уборки в подъезде и на придомовой территории? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ «Контроль» Самарской области Виктор Часовских. Смотрите программу «Город С» и задавайте свои вопросы по телефону 202 11 22 в понедельник 5 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».